Ребята, привет! Итак, продолжаем наш челлендж, цель которого, насколько вы помните, выйти на заработок до 100 долларов в день, именно на криптоиграх, на блокчейн-играх, их еще называют, там, NFT-игры, без разницы. Смотрите, тестировали мы несколько игр, на данный момент у меня там уже, по-моему, до 10 игр на тесте. Одна из таких игр, которая самая первая, я начинал тестировать, это криптоконфликт. Вот сейчас она у вас на экране. Я хочу уже просто сделать для вас такой сегодня небольшой отчет, что я понял, чтобы мой опыт и опыт тех ребят из моей команды, которые тоже прокачивались, зарабатывали здесь. Смотрите, сразу у меня есть и хорошая, и плохая новость для вас, ребята. Но опять же, те, кто еще пока не подписан на мой канал, на YouTube канал, на Telegram канал, подписывайтесь на Telegram канале. Там сейчас очень много интересных таких проектов, в которых можно криптовалюты и NFT зарабатывать именно без вложений. Смотрите, по проекту получилось у одного из наших ребят выйти на заработок, по-моему, смотрите, все равно заработок небольшой, там, по-моему, до 2 долларов в день в монете. И для этого, смотрите, из всех ребят, которые в этом участвовали, один человек только дошел до этого, но он, можно сказать так, задротил буквально там по несколько часов в день. И для этого сейчас, насколько я знаю, если не поменяли на данный момент условия, нужно прокачать штаб и склад, чтобы склад был, по-моему, выше 18 уровня. Тогда можно будет менять тут такой титаниум ресурс на монетки Милико. Монетка там около полудоллара стоит. И для того, чтобы прокачаться именно там и склад, и штаб до этого 18 уровня или 19. Я вам честно скажу, я докачался до 15 уровня, мне просто не хватает времени, постоянно, смотрите, нажимаешь там улучшить, и постоянно не хватает этого титаниума. И смотрите, вот у меня, например, на данный момент 128 всего, а надо 20 тысяч для того, чтобы прокачать до там 16 уровня, надо там 18 или 19 уровень. Игра, сами понимаете, такая игра, в принципе, прикольная, в нее интересно играть, но надо постоянно тут сидеть или часами, или днями, и ради того, чтобы выйти на заработок, а не 2 доллара, я считаю, что, это глупая потеря времени, тогда как у меня на том же Телеграм-канале есть проекты, на которых там можно зарабатывать по 5, по 10 долларов, там те же раздачи от бирж, там всего лишь пройти верификацию или выполнить какие-то задания. Сейчас, например, там есть проект от того же Binance, сейчас раздача, они раздают 100 тысяч долларов, можно там выполнять тоже, там лайкать видео, там всякие эти, и там можно NFT-шки ловить, там у них там прямые трансляции, потом их продавать. В общем, я считаю, что на данный момент, если кого-то, опять же, ребята, если кого-то есть другой опыт, и они, например, там могут сказать, что как-то тут есть какая-то стратегия, как они быстро вышли, и у них есть реальный заработок, там, например, там хотя бы те же там несколько долларов в день, и на это не надо убивать по полдня, напишите мне, напишите в комментариях, я, естественно, буду вас вознаграждать, буду дарить вам криптовалюту, будем рассказывать нашим ребятам, потому что, напоминаю, цель — найти такую игру, где можно зарабатывать до 100 долларов в день. Сейчас есть такие проекты, которые мне, как мне кажется, уже я их тестирую, и там уже заработки на порядок выше, чем, например, в данной игре. Я не считаю, что стоит время терять на такую игру, там, которая там можно зарабатывать 1-2 доллара и терять здесь просто по целому дню. Ребята, вот давайте поделитесь своим опытом в комментариях, у кого какие мнения, стоит ли вообще эта игра, так сказать, свечи нашего времени. Плюс, опять же, напоминаю, конкурс. Как только наберется 50 лайков и комментариев под данным видео, разыграю крипту. Там 3-5 человекам раздам, кто написал комментарий, кто поставил лайк, кто подписан на мой телеграм-канал, на YouTube-канал. Разыграем в прямом эфире, и получите вы криптовалюту, которую можно отправить в стейкинг. Так, ребята, на этом все. До новых встреч.